Доступная среда только для любителей алкоголя. В Томске владелец магазина разливных напитков отобрал часть пандуса для инвалидов у подъезда жилого дома. Для пивной точки купили квартиру на первом этаже и переоформили в нежилое помещение. Часть ограждений просто спилили для того, чтобы покупателям было удобно заходить. Теперь, по словам жильцов, пандус используют для транспортировки кегов. В обществе инвалидов советуют обращаться в прокуратуру. Впрочем, магазин уже закрылся. Перед этим сотрудники пообещали, что нарушения будут исправлены.